Остатки египетского багажа хранят в международном терминале аэропорта, в комнате, которую временно превратили в камеру хранения. Здесь залежались 12 чемоданов и две детские коляски. При транспортировке багажа возможны повреждения маркировки. В связи с этим затруднительно бывает иногда идентифицировать тот или иной чемодан. Поэтому мы просим пассажиров, которые узнали свои вещи в сюжете, позвонить в аэропорт. Наши контакты на официальном сайте аэропорта представлены. И связаться с нами. Мы выдаем багаж круглосуточно. Всех вернувшихся из отпуска с курортов Красного моря в Казанском аэропорту встречали сотрудники оперативного штаба. У людей подробно расспрашивали, какого цвета был их чемодан и что находилось внутри. Вся информация стекалась в единую информационную базу, чтобы потом было быстрее найти хозяев багажа. Некоторые так торопились домой, что не стали заполнять анкеты. По этой причине сотрудники аэропорта не могут найти этих людей. На данный момент в аэропорту остается 12 единиц багажа. Из них 7 единиц неопознано. Всего в Казанский аэропорт было доставлено 2000 чемоданов из Египта. Большую часть разобрали их владельцы, остальные были отправлены почтой России. Хозяев оставшихся сумок, которые хранят в себе воспоминания отпуска на Красном море, сотрудники аэропорта надеются разыскать через экраны телевизоров. Ильмир Гляхметов, Айгуль Низамутдинова, Владимир Ладышкин, телеканал «Эфир».